Но вы поняли, я покрасилась. Ну что, новая я. Иду искать детей. Они должны быть на других площадках. Мне кажется, что Вику я уже заметила. Сейчас подойду поближе, присмотрюсь. Вот девочка в шапочке кошечки розовой. Да, точно такая же группа, Вика, как и у тебя. Сейчас Даня нам кроватку покажет. Но другие игрушки, да, и кроватки по-другому стоят. Кроватки. Это все кроватки, да? Ничего себе. А где твоя? Внизу? Внизу? Они все внизу. А вот тут, наверное, никто не спит на третьей. Тут два человека, да, спит? Или три? Не знаю. Ну, не знаю, здрасте. Да не бойся ты, Даня переживает, что мы что-то нарушаем. Все, собачку взял. Вика, одевай обувь, я одеваю обувь. А все остальное я оставлю. Нас пустили, да? Ага. Все, тут разобрался? Вот ты собачку-то возьми, положи в рюкзак. Нет. Как нет, да? Штанишки на завтра остаются тебе. А что ты их так, можно вот сюда положить? Смотри. Ой. Так, сейчас сложу. Дети. Будет наша переголовка. Пересиживаем дождик. Переголовка. Моя сюда не нельзя. А сестра моя. А моя тут. Твоя вот. Как вам в садике-то понравилось? Да. Ну, слава богу. Сейчас. Когда я найду им, но мне понравилось. Ты выучила даже имя воспитателя, Галина Юрьевна. Галина Юрьевна, мне понравилось. Ну, отлично. Ну, надо, наверное, тортик покупать все-таки, да? Отмечать будем 1 сентября, да? Что-то не хотят, что ли? Так, что мы купили? Заскела. Данечка просит неделю морковку. Наконец-то мы вспомнили о ней в магазине. Вот такой. Накопили. Да, ребят, вы можете... Не... Ты ей порвал? Нет, не сама. А чего, ты тянула где-то? Натянула. А что ты тянула-то? Так, значит... Подходит так, не подходит. Как могла, так починила. Зачем снимаешь? Не снимай. Все, проткнула сквозь пупыт. Все, теперь будет держаться. А если оторвется? Вот у нас проблема такая была. Так, итак, продолжаю. Вот такой тортик выбрала у нас Вика. Да. И таких тортиков есть еще много. 5. Если еще появится. Ну, я думаю, что это птичье молоко обыкновенное. Надеюсь, да, все будут его кушать. Я понюхаю. Понюхай. Сейчас тарелочки достану. И я. Молодец какая. Да. Давай я уберу. Бедная. Не поднять даже, да?
Молодец, что запомнила, умничка. Ну что, девчонки, всем доброе-доброе утро. А мое утро протекает сегодня после садика, около гипермаркета «Лента». Я только что уже съела блинчик, правда, съела я его в машине. Такое солнце, что не знаю, куда поставить камеру. У меня свой чай, поэтому я не стала сидеть там, не стала брать чай, покушала здесь. Сейчас ссорились с отцом моих детей. Он мне написал, что тебе лишь бы вещать. И я, собственно, подумала, чем это я занимаюсь. Надо мне с вами поговорить, буду вещать вам, вам интереснее. Второй день я вожу детей в садик, я их подымаю, они сами встают, я их одеваю своими руками. Все не по плану, все договаривались, что возит он. У него так и не появились автокресла. И, по-моему, они не появятся, пока их кто-нибудь на блюдечке не принесет. Вот, дело в том, что у нас 4 автокресла, условно говоря, в семье. В моей, значит, машине 2 автокресла. И потом постепенно были докуплены еще 2, потому что мы чередовались в том году. То я возила в садик, то он. В любом случае, нужно в 2 машинах иметь по 2 автокресла. Вот. Автокреслами он не обзавелся. Но, тем не менее, приехал сегодня в 7:30 утра, когда мы были уже готовы, одеты на пороге, в кроссовках, застегнутых куртках, одетых в шапках. И поехали мы на 2 машинах отвозить детей в садик. Пробки на Парнасе жуткие. Мы живем на Парнасе, садик у нас на Просвещение. Если проложить маршрут днем, в будний день, в непробочное время, то это 12 минут. Сейчас мы едем по новой дороге, все равно там пробка. По той обычной дороге я сижу, фиксирую дома, пока мы одеваемся, как происходит возрастание пробки, возрастание усложнения дорожной ситуации. Когда мы просыпаемся в 7 утра, еще пока 12 минут. Дальше, прямо вот на глазах, 14, 15, 16, 17. И без 15:08 уже он выдает там 25 и больше минут. В общем, мы едем по новой дороге. Доехали мы за 20 минут. Это, наверное, предел мечтаний просто. Но все равно пробка уже и там, никак никого не обхитрить. Моя мечта, чтобы садик был рядом, не осуществилась. Вот с такими позитивными, это сарказм, позитивными настроениями входим мы в новый учебный год. Дети уже привыкли к новым группам, уже все нормально, второй день нормально пошли. Вика плакала, но это ее нормальное состояние. А вчера после садика Вика у нас впервые в жизни весь вечер смеялась. Вот, можете себе представить, ее веселило все. Я ей давала Петерсона пообводить фигурки, она смеялась. Пластилинчик мы лепили, ее все веселило. В общем, у нее было такое хорошее настроение. У них появилась молоденькая воспитательница, и вот вечером как раз была молоденькая воспитательница. То ли это ее заслуга и настрой такой, то ли что, не знаю, но Вика была совершенно не в своем обычном настроении. Обычно она или ровная, или плачет. Тут она прям была весь позитивчик у нас весь вечер. Вот, дети, в принципе, просыпаются нормально, а чего-то я волновалась, как они будут вставать. А чего волноваться, если они у меня все лето ведь замечательным образом просыпались в 7 утра, никуда мы не сбились с режима, 2 месяца пропуска садика, ни капельки не дали они маме поспать, поспать можно только с вечера. Вот, ну что, девчонки, да, я покрашенная, убрала пока волосы, утром вообще не до себя. Одевала Вику, вроде 2-й год Викиного садика, то есть ей сейчас 3 года и 2 месяца, проходит спокойнее утро, проходят сборы спокойнее, всю одежду абсолютно мы готовим с вечера, обсуждаем платья, колготки, с Данечкой никаких проблем, и утром мы прямо сейчас быстро одевались. Прошлый год это мы ревели каждое утро. Не хочу, не буду, ногами дергали. Даже было, что мы ее ловили по квартире. Господи, я как вспомню прошлый год утро, это вообще просто, это был вот такой стресс, все в трясучке. В этом году все полегче, но то есть за год у нее так адаптация и не произошла.
Дети обычно месяц плачут, какие-то идеальные дети месяц плачут, потом ходят. У нас Вика год плакала каждое утро, и потом в садик ее водил папа, не знаю, как было. А когда водила я с апреля, она плакала еще и в группе по-страшному. Сейчас не по-страшному, сейчас просто грустно поплакала так на плече, вот, и пошла. Ну что, детей немного пока что, но по списку в младшей группе 34 человека. У Дани не знаю, но не видно этих 34 человек, что-то мало их еще. Может быть, хотят пойти с понедельника, 6 числа. Ну что, девчонки, вчера я покрасилась, вчера я попыталась, попытка засчитана, съездила к зубному. Больше я ничего особо не успела, поболтали с соседкой, наверное, это хорошо. А все-таки поболтать с соседкой не получится, если у вас дети дома. Так что это тоже засчитаем за такое дело в плюсик маме. Мама позанималась собой. Сегодня у меня нет никаких планов вообще. Вообще, прямо даже мне страшно, что у меня нет планов. Нет, понятно, если я войду в квартиру, это будет уборка бесконечная. Сейчас посижу в машине, подумаю, потому что если я заезжаю домой, уже мне выезжать обратно с Парнаса не хочется. Надо сейчас подумать, может, куда-то я съезжу, какие-то дела сделаю. Но вот никаких таких прямо серьезных дел нету. Автокресло, что ли, самой забрать? Но это же будет не педагогично, правда же? Почему я должна забирать автокресло у его друзей? Это же его друзья, а не мои. Он их отдавал во временное пользование автокресла. Ой, девчонки, вы молодцы, все смотрите, все слушаете. Я хотела так навести камеру на порванный цветочек и, значит, снять вам, что да, правильно безработная Ольга Чуза ответила, что они какие-то обновления всплыли. На самом деле, действительно, правильный ответ. Они растрепали искусственный цветочек. В чем, собственно, трагедия? Если бы они постригли живой цветок, это пару видео назад я задавала вам вопрос, угадайте, что они сделали. Если бы они постригли живой цветок, да, печалька, было бы жалко, но он бы отрос. А здесь они постригли мою розу за 1000 там с чем-то рублей, плюс кашпо, это безумно дорогое. Вообще, я надорвалась с этой розой. Теперь цветочек на подоконнике другой, который кустик как бы не цветущий, тоже пострижен сверху, ну что ж такое. Я говорю, откуда взялись ножницы? Так они их где-то достали, они их еще и спрятали под стол, чтобы мама не нашла. Но их видно, смешно очень. Они так спрятали, что видно. Ой, так что да, вы все смотрите, все внимательно слушаете, я все это ценю, всех запоминаю. Вот, смешные названия у некоторых, никнеймы. Мне пишет «Зеленая лягушка». Мне хочется, конечно, спросить, почему такое название. Потому что сразу запоминаются такие названия. Когда пишет кто-то там какое-то имя, имена выветриваются точно. Вот, кстати, хотела спросить, как вам название моего канала? Нужно ли его сменить еще 101 раз? Аннушка, может, тоже выветривается у кого-то, забывается. Вот. В общем, сейчас подумаю, вам потом все расскажу. Просто пойти там принять ванну, это не для меня. Пойти принять душ, так это засесть потом не захочется выходить. На улице плюс 10 градусов, хотя солнышко яркое-прияркое. И сижу я, в принципе, с хорошей картинкой, смотрите. Вообще прекрасная картинка, я вот ее наблюдаю. Какой-то такой особнячок построили. В общем, хорошее, приятное место, и я еще не на Парнасе. Сейчас подумаю, чем заняться. Всех люблю, всех целую. Узнала, что и от вас узнала, и от других вчера, что у всех линейки по-разному проходили. У кого-то были вот так вот они дробные, действительно. Значит, у кого-то не в 9 утра. В общем, какая-то неразбериха. Даже Тёме сказал, он вообще ничего не понял. Говорит, почему? Я говорю, карантин. Он прям захихикал. То есть у него нет никакого карантина. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Тёма, кстати, хорошая новость, оплатил налоги наконец-то. Это не те долги, какие микрозаймы, не то, что эти страшные фотографии для кого-то страшные, а кто-то обиделся, что ему не прислали. Мужчины обиделись, что им не прислали, а пожилым женщинам прислали. Тоже вообще беспредел, конечно, с этим контактом. Так вот, Тёма заплатил другое. Тёма заплатил сейчас 40 тысяч обычных налогов, обычных. И тогда перед этим он тоже платил сколько-то. Короче, у него за прошлый год налогов почти 100 тысяч. Вот. Нормально так работать? Накопил сейчас на эти налоги. Только вот, только сейчас
сентябре накопил наконец-то налоги, чтобы закрыть их за тот год. А следующий год уже не за горами, уже опять нужно будет платить налоги. Вот так и живут предприниматели. Я по-прежнему не получаю ни копейки с этого канала. Попытка тогда была у меня по поводу... Ой, рука устала. По поводу рекламы. Но больше пока рекламы никакой нету. Все, люблю, целую, занимаюсь делами. Спасибо, что смотрите меня. Ну что, я очень долго принимала душ. Потом я решила почистить зубы. А, не то, что вы думаете. То есть реально очень долго. Ой, не разговаривала долго. Голос отвык говорить. Сейчас я пытаюсь не спалить еще яичницу. Короче, я чистила зубы минут 10. Я смотрела видео. Видео я смотрела Виктории Хрупкой. Путешествовала я с ней по Семипалатинску. Вот. Кстати, что-то у меня вот с детства какие-то такие вот... Пришло в Семипалатинск какие-то содрогания. Я не понимаю, что там находится, но читать я не хочу. Может быть, вы мне объясните? То есть, что-то там, может, было? Ну... Может, что-то военное. В общем, с детства что-то у меня вот так вот... А она так показывает, и как будто тихий мирный городок. Вот, ну что, зубы я чистила долго, пока ее смотрела. Минут 10. Вот. Ну, неприлично зубы показывать. Короче, и пасты, потом порошком, потом так, потом сяк. В общем, минут 10 с детьми никогда не получится. В результате довольна. Вот, делаю такую яичницу сногсшибательную. Делаю две тарелочки завтрака, потом Тёма когда-нибудь-то встанет, надеюсь. Уже 11 часов. Вот, вчерашний тортик зашел на ура, но для меня слишком сладко, просто нереально сладко. И чай у меня будет, и у меня будет вкусняшка. Реально, мама выбита из колеи, детей нет, чем заняться. Погода прекрасная. Вот, так что я никуда не поехала, как вы поняли.